морчками едем. Соседнее село, как говорится. Ой, красота какая. Да, дороги пустые. Лес цветет и пахнет. Да. Настоящая весна уже, прям уже переходящая в лето. Что нас сегодня ждет, Антон? Все весенние грибы. Сбор всех весенних грибов. А это будет круто. Жара. Огонь! Огонь, жаришка! Что я вижу, друзья? Это сморчок, молодой сморчок. Посмотрите, он еще даже свой цвет не обрел. Вы только гляньте. Ой, какой красивый. Этот, альбинос. Новый вид гриба. Сморчок, альбинос. Вот это финиш, а? Класс! Это уже настоящий сморчок. Вот самой нужной формы. Не переросший, никакой красавец. Просто шикарен. И посмотрите, рядом, если быть внимательным, очень внимательным, его вообще не видно, он с листьями сливается. Вы только гляньте. Какая красота. Вот это счастье, ребят. Супер. Соскучился по ним, а? А вот это, друзья, сморчковая шапочка. Посмотрите, какая она. По мне, так она красивее, но сморчок вкуснее и более такой ценный гриб считается. Но шапочка тоже достойна того, чтобы я ее вам показал. А вот этот вот прям маскируется. Вы только посмотрите. Не спрячешься от нас, видим мы тебя. Вот ее ножка. Смотрите. Красота, просто нереально красиво. Ну что, друзья, мы уже не одни, уже все подъехали. И вот это место, конечно, которое вначале вы видели, я сейчас покажу, как я здесь срываю. Наверное, не очень здесь видно. Здесь шапочка стоит прям под ветками. Да, под ветками. Я так понял, это малина, кстати, зацветает, малина. Ну такая она уже здесь. Вот здесь уже хорошо. Вот шапочка. Так, вот это я сейчас посмотрю, по-моему, подсохшее. Ну нет, годится тоже. Тоже годится. Нормально. Такие елочки. Красивые грибы. Ну все равно, блин, строчки гигантские, обожаю. Они все-таки крупные грибы. Эти, конечно, маленькие. О, смотри, пытается меня укусить. Больно. Ты видишь, смотри, что делает. Его, говорят, даже кушают такие муравьи. Они кисленькие. Так. Вот три. Перемещаемся. Оп. Здесь бы еще вот не наступить. Смотрите, какой. Здоровая. О! Ох! Мощнее, мощнее. Ох! Ох, ребятки. А вон еще. Так, смотрите, вот это у нас высохшее. Ну, это сухой, да. Сейчас проверим. Она уже пахнет нехорошо. Такое мы не берем. Испорченные грибы мы не собираем. Не берем. Вот эти четыре хорошие. Два уже подсохших. И к нашим сморчкам. Видите, как отличаются сморчки? Конечно, они помесистее. Эти более пустые. Сморчки, конечно, я уже вижу, что... превосходит все-таки. Угу. Вот. Продолжаем, друзья. Погнали. Настроение просто кайф, Макс. Держи пятюню. Опа! Че, Армен, что у нас происходит? Ну-ка, ну-ка. Слушай, здесь муравьи, здесь надо вот так собирать. Они залезают моментально прям на обувь. Смотри, он уже ползет. Вот так, друзья, не удивляйтесь, что вот так нам приходится собирать. Меня один уже укусил за ногу и за руку. Поэтому у нас выбора нету. Морчковая. О, выкрутил. Шапочка. Смотри-ка. Вот эти мясистые. Вот эти я считаю качеством лучше, чем те, которые я нашел. Почему? Потому что здесь влажнее, они здесь крепче. Крепче. Вот мне нравятся вот эти молоденькие тем, что они очень хорошего качества. Вот реально классного качества. Смотри. С них аж сок идет. Да, да, точно. Вообще здоровски. Вот это термитник. Посмотрите, друзья, обратите внимание. Они здесь живут. У них, смотрите, здесь... гнезда, обратите внимание, какая красота.
Вы видите это? Они прям там ползают, смотрите. Птички поют. Вон, слышим радостные голоса, там тоже народ находит. Посмотрите, как питаются данные муравьи. Они поймали муху, вот это муха. Смотрите, как видно хорошо. Сейчас я попробую прям. Видите, муху поймали, вот эту красную какую-то. И все атакуют ее. Она, по-моему, уже не живая. Жук какой-то. Вот это да. Ой, красота. О, Макс, все, я иду. Строчок и сморчок, прям парой. Вот это даже надо на фотографию оставить. Макс говорит, нашел и строчок, и сморчок рядом. Парой. Так, да? Макс, а вот здесь ты как, забыл что ли? Не, а там я не знаю, где там. Я знаю. Я вижу. Посмотрите, что произошло, вот пока я показывал вам. Все эти муравьи, уже 10 штук их на мне. Сморчок, да, конический. Точно такие же, вот я говорю, точь-в-точь. У меня растут совершенно в другом лесу. Совершенно, вообще, вот полная противоположность. У меня они в цветах растут. Но они всегда идут 1 мая, они всегда идут позже, чем... А в сосняках и в середине июня даже. На пожарках. Вот нас зовут уже. Идем! Так, Макс, где был самый красивый? Вон еще один, я вижу. Вон еще один. Вон, да. А где твой большой? Не, это там, дальше. Вот смотри, какая находочка. Так, тогда смотри. Вот здесь я еще вижу. Я срываю его. Вон он стоит, ага. Здесь просто очень... Вот они растут здесь, вот в данном месте, где дорожки, я понял, дорожки муравьев. Это дорожки муравьев. Вот эти вот. Мы еще удивлялись, типа мини-тропинки. Здесь ползают, видишь, вот эти муравьи. Так. Смотри, чудо света. Ой-ой-ой, Макс. Макс красавчик, просто лучше. И второе здесь? Да-да-да. Но вот это, видишь, вообще это пары. Просто шикарно. А вон еще третий, подними кору. Ну, да, оставь ее кору уже. Я просто думал, с той стороны не видно. Это береза. Ну, да. Вот это да, фантастика, ребят, аватарка. Да-да-да. Для фильма. Еще 40 цифр рядом положить, да? Да, Макс, показывай самый крутой. Так, хочу... ну что, срезаем пока? Не-не-не, оставь, надо? Оставь для фотографии. А, все, понял. Давай вон те вот того самого красивенького. Вон, я вижу его, да. Ходите страшно, наступить можно, да? Да, их, ну здесь лучше видно. Вот здесь он. Лучше видно, чем в моем лесу. Вот в том лесу, где я собираю, точно можно. Ты прям срывай его, может, целиком, не подрезай. Он на поверхности все равно сидит. Опа. Смотри. Давай, покажи зрителям. Все. Красота. Ребята, чудо. Какие-то волшебные грибы, да? Очень. Угу. Ну ты самое главное, вот доволен сейчас? Конечно. Получаешь удовольствие? Кайф. Иди сюда, Арман. Вижу. Строчок гигантский, да. Слушай, все в одном. И шапочка, и это. Давай прям. Да, вот так прям подрезай его. Его можно подрезать, потому что он грязный. Хотя не такой уж и грязный, кстати. Чуть-чуть его вот здесь сбоку, да. Подрежешь и все. Ой, красотень. Вот так, все нормально. Ну да. Отлично. О, кайф. Класс. Здорово, ребят, здорово. Продолжаем грибалку. Макс нашел сказку. В прямом смысле этого слова. Сморчок и строчок гигантский вместе. А вон еще один строчок под березой поваленный. Да, вон видно. С Тамарой ходим парой, да? Давай его подрезай, строчочек, аккуратненько. Оп. Все. Есть. Так. Хороший. Молодец. Это мы вот так прикапываем. Всегда. Ну, а в принципе, да, давай сейчас это сорвешь. Аккуратненько подкорим. Слушай, ну какие они красивые, да, смотри. Угу. Обалдеть. О. Да, мощь. Да. Качественный сморчок идет. Угу. Пылинки сдуваем. Макс научился меня пылинки сдувать с этих из грибов. Сейчас еще вот эти три мы красавчика положим сюда. Слушай, ну и подрежь того маленького строчочка. Угу. Оп, все, срезался. Давай, тащи его. Вот он.
Да, прям под кое. Да, вот так вот. Ага, все. Класс. Чистенький. Детеныш. Супер, вообще просто супер, ребят, продолжаем. Какая красота, притаился. Маленький сморчок. Класс. Ребят, прям у высохшей березы стоячей очередной сморчок. Качество очень хорошее. У сморчка качество даже сейчас значительно лучше, чем у сморчковой шапочки. И, конечно, он тяжелее во много раз, наверное, в 2-3 раза, чем сморчковая шапочка. Более такой, что ли, мясной. Теперь я понимаю, что он даже лучше, чем сморчковая шапочка. Хотя шапочка выглядит симпатичнее, такая у него окрас такой светлый более. Ребятки, не я нашел, конечно, но все-таки сыркосыпа. У нас сегодня фильм про все грибы, поэтому покажу вам первый весенний гриб сыркосып. Она еще стоять будет. Вот, 4 штучки. Вот эти две прям яркие, симпотные. Вот эти здоровые. Красота. Вот посмотрите, друзья, в осиннике тоже растет строчок гигантский. Причем на месте, где должна однозначно расти саркосыфа. Видите, как оно бывает, друзья. Здесь вот такой вот ручеек у нас небольшой. И вот прям здесь. Ох, крупный такой, яркий. О, снял целиком. И вот тут еще один заметил. Вот я. Этот не я нашел, а вот этот я нашел. Тоже прикольный такой достаточно. Я его сейчас сфотографирую, а потом сорву под осинкой. Яркие такие, оранжевые они здесь. Ну и теперь срываем мы этого красавца. Тоже здорового. Сейчас, друзья, подождите, попробуем. Чтобы его не сломать. Опа! Смотрите, какой классный. Грибницу мы закрываем. Блин, я их обожаю. Конечно, размер по сравнению с морчками и тем более шапочкой, конечно, у них огроменный. Тут еще один, и тут сразу же еще сморчки растут. Сейчас, друзья, вам все покажу. Там Макс еще, Макса позвал. Макс еще посмотрел, еще нашел. Сейчас покажем, что Макс нашел. Так, обратите внимание, 3 гиганта. Дальше. Макс нашел еще один. И я там сморчок углядел вдалеке. Макс, ну, шикарно. Вот, смотри. Шикарно. Мозги. Вот в осинах. Смотри, это осины. То есть, ну, да. Среди осин они тоже растут. Смотрите, сморчок растет прям от корня осины тонкой. Я все свои места облазил. Вот под осиновые ничего подобного там нет. Вот, видимо, где-то растет, где-то нет, друзья. Не угадаете. Хитрый гриб. Прям в метре от этого гигантского, говорю, Макс, смотри, а слева что растет. Их вообще не видно, их сверху, их сбоку видно только. Поглядите, еще один сморчок. Ох, в лесу прям зажарим их, а. Шапочка. Вот какая красивая, мощная. Смотри, а одна из самых красивых на сегодня, ну, явно. Да. Вот это свежак. Здесь влажность, поэтому она, здесь, да, она качественнее. И вот здесь за осинкой кто у нас спрятался? Я его нашел. Я его нашел. Хитрый гриб. Вот он. Сморчочек. Оп. Ой, его даже ножиком не надо будет. Смотри, как обломал я его красиво. Угу. По таким буреломам шастаем. Ребят, смотрите, какой сморчок. Прям как стрела, как острый такой кончик у него. Как помните, маслята мы собирали. А ножка короткая. Все ушло в шляпку. Прикольно. Опять вот в подобном месте. Мы уже, это уже другое только. Другой ручеек. Только я сказал, что так классно, клещей нет ни одного. Опа. Впереди кофта, да? Да. Раз. О, все, стряхнул. А Макс говорит, у него там вообще целое царство. 3 штуки. Раз. Вон они. Ух ты. Подожди. Видишь? Да. Ух. Раз.
Два. Это маленький. Снимай, давай стряхнем. Три. Вот это здоровый, смотри. Ух ты, елки-палки. Клещина. Красные. Это красный какой-то вообще. Ну да. Охренеть. Нет, дофига клещей, много. Да. Вот так вот. Еще одна саркосыфа, смотрите. И тоже вдоль этого же ручейка, где и сморчки, и сморчковая шапочка растет, и строчок гигантский. Все виды грибов, в принципе, здесь растут. Осталось только обыкновенный строчок еще нам найти. Говорил. Вот, шапочка сморчковая еще одна. Далеко не уходи, а то... Не потеряемся, здесь нас много. Вот, красота, ребят. Друзья, теперь мы в сосновом бору. Здесь по-любому будет боровик, когда будет сезон, 100%. Такой красивый здесь вереск. Здесь такие редкие сосны. Ну, а сейчас здесь стоит строчок обыкновенный. Красивый такой. Он здесь растет, потому что здесь рядом дорога. Вот он любит по противопожарным просекам, по горелым местам. И... Это тоже он, да? Да, это тоже он. И вот так вот на вырубках тоже растет. Красивый такой тоже грибочек. Ну, я употребляю при двукратном отваривании и двукратном сливе воды. Вот. В свежем виде гриб ядовит. Хочешь, кстати, сорви? Или ладно уже. Красивые такие экземпляры. Хотя, конечно, гигантские красивее. Ну, значительно. Цвет такой интересный, да? Цвет темный, красивый. Вот так вот, друзья. Дорогие друзья, сегодня была незабываемая поездка. Было так здорово. Мы командой, можно сказать, поехали. У нас человек 7. И получили массу удовольствия. И я надеюсь, что это видео поможет вам идеально разбираться в грибах. Начнем слева направо. Верхние два грибочка у нас. Саркосыфа австрийская. Саркосыфа алая. Неважно. Можно просто саркосыфа. Съедобный первый весенний гриб. Это дисцина, пицица, как угодно можете ее называть. Тоже, кстати, съедобный гриб, но ее, как правило, не собирают, не едят. Мы ее просто чисто положили для фотографии. Дальше. Вот это. Строчок обыкновенный. Ядовитый гриб в свежем виде, но при двукратном отваривании по 15-20 минут и дважды сливая отвар, гриб съедобный. Подробно об этом грибе и как его готовить вы можете посмотреть в моем грибном фильме прошлого года. Отличие строчка обыкновенного от гигантского. Так и называется. Если вы в Ютубе пропишете, вы найдете это видео. Там подробно, где растет он и где растет строчок гигантский. Вот это строчок гигантский. Вы это все сами знаете. Видите, да? Гигантский. Ножка значительно толще. Гриб плотный, мощный, тяжелый. У строчка обыкновенного, не зря я его так положил, вот этот экземпляр. Ножка тоненькая. Это даже, можно сказать, двойной здесь гриб. Вот видите, ножка тоненькая. И он внутри пустой. Там нет извилин внутри. То есть он просто вот снаружи и все. А внутри пусто. Дальше. Эти два гриба. Это у нас сморчковая шапочка. Очень часто люди, даже у меня в группе пишут, нашли сморчки. И показывают вот эти грибы. Два. Это, вот это светлого такого, желтоватого цвета. Это у нас сморчковая шапочка. Вот один гриб. Вот второй. Видите, да? У нее извилины сверху. И она внутри тоже пустая. Гриб легкий. Вот. В отличие от строчка, от сморчка конического. Это у нас, друзья, сморчок конический. Вот 4 экземпляра положил. Видите, да? Гриб, кстати, более тяжелый. Тяжелее в 1,5-2 раза. У него здесь такие дырочки. То есть, видите, да? Ну и цветом он отличается. Этот светлый, этот темный. Вот. У этого дырочки. Здесь же извилины. Вот это называется сморчок конический. Съедобный гриб, который не нужно отваривать. Давайте еще разочек. Съедобный гриб в свежем виде.
И даже если вы его готовите, вы 10 минут пожарили, он готов. Его не надо отваривать, сыркосыфу. Этот гриб никто не готовит, просто показать. Строчок обыкновенный. Два раза отвариваем по 15-20 минут, дважды сливаем отвар. Дальше, строчок гигантский. Один раз отвариваем, 20-30 минут, отвар слили, гриб промыли. Отвариваем мы его только лишь для того, чтобы убрать весь мусор. Гриб абсолютно съедобный и не содержит никаких токсинов. Сморчковая шапочка. Отваривают буквально 10-15 минут, дальше жарят. Съедобный гриб. Ну и сморчок конический, безусловно съедобный гриб. Как и саркосыфа, его жарят сразу. Не надо ничего отваривать. Я лично могу вам сказать, что он значительно вкуснее и он вкусный в таком виде, чем когда вы отвариваете. Когда вы отвариваете и жарите, мне лично не понравился. Поэтому лучше сразу жарьте и вы не пожалеете. Это все основные виды весенних грибов. Ну, даже вот это можно убрать, это не считается. Вот саркосыфа, строчок обыкновенный, строчок гигантский. Еще есть строчок пучковый, он так же, как и гигантский, отваривается один раз и сливается отвар. Также сморчковая шапочка и сморчок конический. Надеюсь, вам все понятно и вы будете еще лучше разбираться в грибах. Ну, а мы продолжаем. Что это у нас за красота такая? Сейчас мы уже готовим кушать. Сегодня такой проливной дождь, но это не помешало нам хорошо пособирать грибочков. Это сморчковая шапочка, еще одна. В осиннике. Здорово. Супер просто. Красота такая. Ой, после такого дождя она еще точно будет. Еще будет. Это не последние грибы. 100% будет. Как здорово. Торчало только кончик шляпки. Вы только посмотрите на эту красоту. Вот так вот сморчковая шапочка прячется. Я открыл листик и увидел полную ее красоту. Вот это вообще прям свеженькая, красивенькая, очень хорошая. Смотрите, здорово. Ливень идет, конечно, но я, пока там готовится, еще решил здесь посмотреть грибочки. Класс! Ребята, мы тут готовим сморчки. Так, вот это не для меня, это алкоголь, я так понял. Так, сморчковая шапочка. Прикольно. Твою корзину-то узнают. Да, мою корзину вычислят. Ой, вот это вообще красота. Ну, кстати, шапочка, мне кажется, такая, она более симпатична. Цветом чисто, потому что она светлее. Вот. А так, конечно, смолчок, да, он помощнее будет. Прикольно. Такой у нас сегодня весенний урожай грибов. Друзья, смотрите, какая красота. Ох. У нас еще там шашлыка много. Огонь. И помидорка, и огурчик. Пахнет сморчок? Нет? Вот эти пахнут. Я своим хроническим ринитом ничего не пахнет. Я, кстати, скажу, почему вот этот пахнет. Сморчок сейчас более твердо идет, качественный, но получше. Это все-таки он более такой, быстрее сохнет. Звучало, да? И он запах сразу отдает. Вот когда, а когда он сам испортится, например, высохнет, он уже такой вот. Запах еще сильнее. И вообще изначально шапочка, она, насколько я знаю, сильнее пахнет. Сморчки чуть-чуть слабее. Зато они потом аромат отдают, когда их начинают жарить. По итогу, сейчас, кстати, проверим, кто вкуснее. Сморчковая шапочка горит. Огонь, настоящий огонь, ребят. Бомба, огонь. И здесь, смотрите, вот этот перчик вы знаете, да, остренький. А есть еще такой новый, друзья, для вас. Колбаска готова, супер просто. Шашлык, все там. Курица, чего только нету. Сморчковая шапочка закипает, друзья, смотрите.
Лена пошла. Ух! Чувствую, будет вкусно втройне. Желтенький такой бульончик. О, прикольно. Ну что, дорогие друзья, время пробовать. Всем по чуть-чуть досталось. Давайте мы оценим. Это сморчковая шапочка. Обалденно вкусный гриб. Вкус имеется 100%. Офигенно. Бомба. Реально очень вкусно. Кстати, очень вкусно. Давайте сморчок. Очень вкусный. Вот почти одинаково, но чуть-чуть сморчок вкуснее. Вкуснее. Но и то, молодцы, приготовили здорово. Я в готовке особо участия не принимал, но пожарили. В принципе, в прошлом году я жарил. Очень вкусные оба гриба, кстати. Вот. И сморчковая шапочка, на удивление, тоже хороша. Чуть-чуть сморчок повкуснее будет. Вот так вот. Это выводы мои. Ну что, дорогие друзья, мы возвращаемся домой. Вот такая у нас была поездка. Я надеюсь, что вам все понравилось. Если понравилось, не забудьте подписаться на мой грибной канал. Если очень сильно понравилось, то ставьте лайки, пишите комментарии. Я с удовольствием их читаю, на все комментарии отвечаю. И не забывайте нажимать справа наверху на значок колокольчик. Вы всегда будете уведомлены о том, что вышел новый грибной фильм на канале в YouTube. Также будет указано еще в первом же закрепленном комментарии под видео ссылочка на мой Instagram, куда я скидываю самые красивые отборные грибные ягодные фотографии, фотографии леса, природы, цветов и так далее. Вот. И, соответственно, указаны ссылочки на две группы грибные. Грибы мое хобби и грибы мир. И также ссылочка на мой, на мою соцсеть, на соцсеть Одноклассники, на мою страничку. Вот. И указана ссылочка на канал Андрея Скрипачева, моего друга. Подписывайтесь, тоже не пожалеете. Поэтому я с вами прощаюсь. Это было просто офигенно. Без комментариев даже. Просто офигенно.